интернет-канал «Батальон Славянск», подразделение легендарного «Моторолы». Я личный корреспондент «Моторолы». Ребята, вот смотрите, я хочу со своим друзьям-журналистам сказать. У меня в руках боевое оружие. Я умею его применять. И когда я буду выполнять свои журналистские обязанности там на передовой, что-то случится с моим товарищем, я буду применять это оружие против нацистов. Это запрещено всеми международными конвенциями, но это разрешено высшей Божьей правдой. Ребята, те, которые сидят на диванах, особенно мои коллеги-журналисты, задумайтесь, в случае чего я применю его против вас. Спасибо, друзья. Кончились. Погрузка КАМАЗ. Так, смотрим. Ребята хорошо отстрелялись и теперь едут отдыхать перед вечерними выходами и выездом на боевые. Так. Приблизимся. Посмотрим на боцмана. Сейчас, ребята. Это наш боец Мирон. Замечательный парень. Боец супер. Сегодня всю ночь сидел, высматривал злых правосеков, которых мы должны были замочить. Они, суки, так и не пришли. Так, а это боец Вано. Кстати, мы с ним стояли, там спорили по поводу большой политики в окопе до утра. И когда я понял, что войны не будет, пришлось идти спать. Но я надеюсь, она еще будет. И я надеюсь, мы все будем живы. Однозначно. Это, представьтесь, товарищ боец. Хрипатый. Боец хрипатый. Скоро у него будет оружие, тогда, правосики, вам будет страшно. Очень страшно. Запомните, пидорасы. Так. Наша маленькая трансляция для истории. Запомните те лица, друзья. Это уже герои. Заканчивается. Но мы продолжим. Правосики все попираются. Да тут ступеньки надо делать. Так. Да вон там же. Да ну здесь вот, знаете, заходи. Так, первый пошел. Второй пошел. Все, бойцы устроились, обживают новый блиндаж. От обстрела мы защищены. До новых встреч. Так, бойцы занимаются. Батальон Славянск. Моторола. Поехали. Нет, так с распоряжением Моторолы снимать занятия. Подожди, подожди, подожди. Там с приближением увеличение. Вот так вот мы и работаем. Но самое неприятное, когда осколки свистят и пули. А так-то ничего. Боец невидимого фронта. Боец, секретчик. Так, сейчас, друзья, сейчас пойду на передний пост. Там много, привет, чего всем. Там много чего интересного. О, давай я тебя запечатлю в качестве оператора. Оп. Спасибо, друзья. Победи. Оль. Это. Танюха звонила, переживала. Ты позвонил. Да знаю, я ей сегодня отзвонился, говорю, пока все в порядке. Выйди из окопа. Она плакала там. Ну, конечно, плакала. 3 мая, ты же знаешь, Сталинград у нас был. Мы информацию успели дать. Хорошо, отбей. Сегодня танки пошли, я тоже на ленту информацию кинул, а телефон уже разрядился, она там бедная волнуется. Так, наши позиции. О, родная. Крупным планом дадим. Ребята защищают республику. Вот, молодец. Вот так вот мы их будем бить. Сегодня шли танки, бетры французские. Наши их пугнули, они откатили назад. Так, сейчас я...
Не, брат, что ты делаешь? Это ты пулю на ходу останавливаешь. Да, у нас такие герои, скажи, что пулю на ходу останавливаешь. Не, ну это если правосековская. А наша пускай летит по назначению. Да. Так. Так, вот наши ребята. Знаешь, что самое интересное? Товарищ военкор, да. Разреши-ка я они при полном параде. Я и пидорасом жопу. Как угодно. Самое главное, что, да, ребята, вы все уже... Вчера это самое прислал смс-ку Карен Шахназаров, знаете такого? Знаем. Режиссер известный. Да. Он сказал, ребята, держитесь, вы решаете сейчас судьбу мира. А и он, кстати, прав. Пришел, а? Он абсолютно прав. Он приедет, он приедет. Вы решаете сейчас судьбу мира, потому что вот в точке в этой Донбасса, а Донбасс это сейчас Славянск, сошлось все. Как мы здесь, если мы проиграем, то... Мир это чистый сатанизм. Если мы победим, у нас есть шанс выстроить свою великую Россию, прекрасную, светлую, с совершенно иным мироустройством, без этих скотов-олигархов. Русские не сдаются. Совершенно верно. Напомните, русские не сдаются. Русские никогда не сдавались. Так, ребята, теперь представьтесь для истории. Не бойтесь, это все будет выкладываться только после войны. Челябинск, Владимир. Мед. Морпех, Шахназаровск. Корсар Днепропетровск. О, я родом из Днепропетровска. Я позвоню и назову. Брат, назовись. Семеновка, Славянск. Так, так, и красавица наша. Солнышко, Белоруссия. Ты из Белоруссии? Откуда? Борисов. А, был там красиво. А это у нас вот Рэмбо, кстати. Так, не, Рэмбо мы уже сняли. Рэмбо молодец. Так, ребята. Он у нас как поохранец. Уйди с просвета. С просвета уйди. Уйди с просвета. Ко мне, ко мне. Да что ты... Не, не надо, спокойно. Чё ничего, пусть он спокойно доживет. Я ж там хожу постоянно, так что ну, это... не надо, не надо. Это не уже надо. Как надо. Бог решит. Это место прострелится как можно чаще. У нас две кукушки просто работают. Уже, наверное, сидят. Одна. Они да. Это сам вычислили их, не? Одна? Вычислили? Одну уже убрали. Убрали, да. Убрали, еще одна осталась. Походу, щит обработал ее. Одна работает, кукушка. Так, наша девушка, наша красавица. Вот зовут Вася. Че, Вася, это бренд вообще мировой. Вот смотрите, девушки, которые ходят там по клубам, шастают и занимаются нехорошими делами. Вот какой друг Вася должен быть, боевой и настоящий. Тогда будут и все остальные мужчины друзьями. А так жопой верти, не верти, ничего не получится. Олечка, это самое, пойдем, ты мне покажешь свое место в блиндаже, что я тебе там изнутри сниму. Я там освещение позволю? Нет. Думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Ну, давай, пойдем попробуем. Подожди, я там достану футболку бойцу. Наташа, дай баклажечку с крышкой пока. Сейчас воды еще на обратном пути. Какую баклажку? Большой баклажки крышка есть? Отсутствует. Ну, значит, значит так, качан ставишь и привезешь. Посмотрите, знаешь, что делать? Тут надо, щит снял ее. Так, это наша Оля, с которой мы были на баррикадах с первых дней, с момента взятия администрации. Так, немножко видно. Видно? Свечки зажечь? Да, видно, здорово. Нормально, привет. Что, у вас репортаж? Да. Да. Это мой братик. Пишем историю. Ну вот для истории. Мне сегодня это моя сыночка. Куском земли. Слава богу, что не осколком. 10 минут землю на воздух менял. Это этот самый, как у вас, танк когда шмальнул, да? Да, это как раз, когда пацанов осколками посекло. Так, это у нас боец? Граница. Граница наша. Ну, это... А меня уже знают, я уже здесь знаю. Да. Саня, ой, а меня, наверное, Санечку там уже мы знаем, Саня у нас безбашенный, это подрастающая смена Моторолы. Так что... А я стареющая. Нет, вы мне футболочку дадите. А, ладно. И, Олечка, это самое, не было пока ничего с ранений никаких? Были вот. Ранения. Какие? Ну, 2/300. 2/300?